Картер, это ты? Сэм, как слышно? Картер, алло? Сэм? Кажется, он меня не слышит. Да, вот и поговорили. Видите, отец, самолеты распыляют отраву. Вот откуда те полосы на небе. Все как Нострадамус предсказывал. Ну, кому это нужно? Видите ли, после того, как иллюминаты отправили ящера Стэнли Кубрика в космос, чтобы тот сфальсифицировал вторую высадку на Луну, рыцари-тамлиеры придумали план. Веселье у них. We'll be right back.
Постучи дважды, если ты мудак. Так и знал. Подождите, я не могу подойти к двери сейчас. Thank you.
время для еще одного отступления. Во что верит владыка Ахриман? Мы знаем, за что сражаемся, но что насчет него? Знаете, есть такая тема. Если вы послушаете брехню, которая доносится от его дронов, вы поймете. Там не так уж и много смысла. Единственное, ему бы понравилось, если бы мы просто сдались и погибли. Что ж, это взаимно, Ахриман. То, что ты заочно прошел курс философии, не значит, что мы тобой впечатлены. Да и в любом случае, решают не слова, а поступки. И даже самые умные слова в мире не скроют того, кто ты есть. Очередной завоеватель. Сэм, ты слышишь? Вот только что. Где ты? Здоровенная крепость, вершина холма. Мимо не пройдете. Где именно, сын мой? Без понятия. По-моему, здесь все одинаковое. Просто идите на звуки пальбы. Принцесса в замке. Как шаблонно. Ау! Я не могу выйти из башни! Мне тут нужна твоя помощь! Thank you.
Ваш рыцарь в сияющих доспехах уже здесь. Ох, наконец-то, Мондье! Я сидела в этой ёбаной башне недали! Так и представляешь, что я ела? Остывшие хот-доги и тёплую газировку из этого автомата за кусками! Тело как вата! Ещё день я бы начала есть то, чтобы получить хоть немного ебаной клетчатки! А, мне жаль, звучит очень... Ещё и в такой одежде. Ты думаешь, это таверно? У меня докторская степень медиавистики. Я даже не хотела быть гидом, блять! Что ж, я... Всё, что я хочу, это бутылку вина и сильного мужчину. У меня потребности, знаешь ли. У меня тут есть мастер-ключ. Мы пройдём с тобой в комнату отдыха, и ты меня дерёшь как... А, Бэм, я большой, но я пытаюсь спасти мир сейчас. Ах, мерт. Это так важно? Ну да, это как бы срочно. Кстати, насчёт ключа. А он открывает любую дверь здесь. Да. Как минимум, любое хранилище. О. А можно взять? Ладно, ладно. Вот, бери. Очень мило с вашей стороны. Кстати, знаете что? Я знаю, кто вам нужен. Он вам понравится. Зовут Родригес. Сейчас дам его номер.
здесь? Я здесь, профессор. Да, превосходно. Это отлично. Профессор? Сэм, а где вы точно? В Каркасоне, профессор. А, который на Земле? Да, не в космическом Каркасоне. Тогда это точно превосходно, Сэм. Есть инопланетный аппаратус. Телепортация в грузовой магазине окружающей крепости. В смысле, здесь портал в Орве? Да, именно это я и сказал. Пожалуйста, уничтожь его. Стабилизируется пятью межпространственными якорами. Их отключение проведет коллапсу поля телепорта. И не бойся выпускать кристаллизованные черные дыры. We'll be right back.
4! Убивался плохих парней вдоволь, да еще и черные дыры залутал. На что я жалуюсь? Наверное, я просто скучаю по Кене. Ты можешь представить его лицо, если бы я дал ему кристаллизированную черную дыру? Не очень, Сэм. Я тебе говорю, оно было бы бесценно. Великолепно. Уверен, следующие 5 минут будут очень умиротворяющие.
Сэм! Парни, как нашли меня? Шли на звуки пальбы, как ты и сказал. Рад тебя снова видеть, сын мой. Ты вправду убиваешь много пришельцев. Стараюсь. А где Родригес? Последний раз я видел, как он с Hellfire забавлялись с кучкой гнаров. А, ты суешь мне в голову ужасные мысли. Это талант. Ну, держи его при себе. Пойдем.